От Советского информбюро. Восемнадцатого декабря на Кировоградском направлении наши войска продолжили вести наступательные бои, в ходе которых выбили противника из нескольких опорных пунктов его обороны. Противник неоднократно пытался контратаковать наши части, но был отброшен с большими для него потерями. В течение 18 декабря наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 19 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 15 самолетов противника.